Еще хочу добавить, также сказать, что двое сегодняшних участников концерта, композиторы Даниил Пассажирников и Роман Пархоменко, будут студентами 10-й Международной академии молодых композиторов, которая все-таки пройдет в городе Чайковском. Начнется она совсем скоро, очень надеюсь, с огромным количеством ограничений, но все-таки офлайн. И это особенно ценно в наше время, будем, конечно, беречься. Причем оба эти композитора отобраны в качестве студентов, которые будут писать новые сочинения для Московского ансамбля современной музыки. И сочинения, кстати говоря, я говорила сегодня про Константина Комольского, но и сочинения, которые прозвучат сейчас, «Сферы» Романа Пархоменко, и которое было написано для наших читок, тоже после ряда переделок, которые и доделок, которые сделал композитор, пополнила репертуарный список такого фундаментального, я бы сказала, фестиваля, как Music Org, который прошел в июле месяце, его сочинение также было отобрано и прозвучало в рамках концертов, фестивальных концертов Music Org. А сейчас произведение «Сферы» будет исполнено Московским ансамблем современной музыки, и я приглашаю музыкантов на сцену.
Shh.